Сегодня по пляжу пошли коровы. А что, тёночки пошли позагорать? И коровы идут, видели? Мы будем прятаться или нет? Или мы делаем вид, что ничего не случилось? Саша, отпусти мне машину. Ой, господи, иди отсюда! I'd rather fly. The crystal ship is being filled. A thousand girls, a thousand thrills, a million ways to go. Insane, we'll meet again. We'll meet again. Такой. Как говорят американо Соединенные Штаты, same shit, different day. В переводе означает новый день, новая экскурсия. Сегодня мы встали пораньше и едем в древнегреческий город Эфесос, который турецкие граждане называют просто по-дружески Эфес. Сегодня не очень солнечно. Кстати, сегодня какой день? 12-й. Какой день недели? На вторник или на среду обещали грозу. Кому обещали? Готово. Все, мы приехали? Яваш. Это медленно. О, вот засада. Хорошо. А, это, ну, это же медленно проверяют просто? Да, проверяют, насколько медленно, насколько яваш. Turn back and don't look back in anger. Ну пока тут так себе, да? Ничего особенного. Вот, смотрите, я предлагаю взять карету и продолжить наш оставшийся путь на карете на Черное море. Как вы думаете? Поехать, между прочим, наверх, правильно? Тут же как бы. Что, я не должен туда ехать, я должен могу налево поехать. Можешь налево, до выхода со стенки. Хочешь выехать сразу со стенки, заехать еще раз за 15 лет, Миша? Вот спросил, смотри, дружелюбно настроен. Молодой человек стоит, как бы что-то хочет тебе сказать. Что ты не остановился? Направо. Может, ему помощь нужна? Да, как помощь, он бежит экскурсию. Он сказал предлагает. Направо. Так он экскурсию предлагает, он бежишь к тебе поближе, и все. Мы без него бы не запарковались, я думаю. Вон, поставь налево. Да, то есть, ну, он хочет просто, чтобы я ему... Аня, налево нету мест. Видишь, он не зря тебя сказал направо. Уже и направо нет. Ладно, поехали отсюда. О, есть место. Капец, что, идем? Капец, капи. Покупайте билеты, быстро. Hello. Ну, Эфесос как бы тоже в плачевном состоянии, все поломано. Построили его древнегреческие греки, пожили тут лет 300, потом его снимали древнероманские романцы и заехали сюда, сделали ремонт, ну так, по мелочам, косметические, переименовали храмы,
такое. Ну, судя по состоянию, после этого никто цивилизованный сюда не заезжал. И вот сейчас только современные турки ведут реставрацию вот этого всего бедлама. Ну, конечно, это медленно работа продвигается. Мы рановато сюда пришли. Тут еще просто, так сказать, камня на камне не осталось. Ну, вот тут арка, а стены нет. Отстал или ушел? Кто здесь? Чтобы вот. Вы кто? То есть вы что, вообще меня не узнаете? Это я, Тёма. Не знали. Говорил им, не сидите на солнце так долго. Ну, так и. Сейчас Эфесос заселен преимущественно котами. Ну, они ничего не отстраивают. Ну вот, пожалуйста, херня занимается, как бы ничего не отстраивает. Может, даже в процессе подламывает тут что-то. А прямо здесь и сейчас современные люди строят старый амфитеатр. Ну да, бы потомкам, туристам было интересно прийти сюда. То есть развели уже почти все колонны. Осталось места, загородки сделать. В принципе, саму смотри, сцену построить. Узор древнегреческий, видишь? Да, вот узор. Увеличь. Нарисовали вот узор он. Древнегреческий. И спасибо. Вот, им осталось немножко построить сцену. И будет все как будто 2000 лет назад. Вот мы нашли небольшой храмик Марии. Как говорят очевидцы, здесь был фонтан. В остальном, в принципе, остались только небольшие колонны, маленькие столбики. Ну, смотри, какие столбики толстые стены. От греков осталось. А здесь у нас, смотри, сколько, 3 метра стена, наверное, большие. Сейчас мы пойдем в опочивальню. Ух ты, смотри, тут гробницы тоже. Они же тоже сюда приносили? Или Мария тут? Так это, может, не гробница, это... А что это? Столы? Столы, да. Для массажа? Может, для массажа, может, для хамама. Может, кто его знает. Красится, может, как макияжи делают. Ну, типа, мы не знаем. Вряд ли этот. То, что ты сказал. Они немножко подразрушили, но территория была большой. Смотри, какая классная эта арка. Вот жили люди 2000 лет назад. Прекрасная архитектура, литература, философия. А мы, куда мы ушли за эти 2000 лет? Чего мы добились? Пришли, как бы нарисовали кресты на их стенах. Не, ну да, у нас, конечно, наука и медицина, и гигиена, и
у нас продолжительность жизни в 3 раза больше. Или в 2. Но умеем ли мы лучше распорядиться своей жизнью, этим выигранным временем? Лучше ли, чем древние греки или древние романцы? Не, ну я не знаю. Я думаю, что вы, дорогие глядачи, конечно, умеете. Но я... Делаю ли я правильный выбор в своей жизни? Да и вообще, что такое правильный, неправильный? Что случилось? Как тебе помочь? Говори, что хочешь, я исполню любые желания. Все, что хочешь. Сделай, пожалуйста, Александр, шаг вправо. Ты мне солнце заслоняешь. Ну, давайте подытожим. Мы отвизитировали Эфесус. Как, кому, какие впечатления? По одному предложению буквально. Очень красиво. Мне понравились масштабы, да. Оно хоть и разрушено, большая часть, но улицы, масштабы. Приедем? Впечатляют. Приедем сюда через лет 10, когда уже построят. Когда отстроят. Да, приедем, проконтролируем. Да, туда, туда одностороннее движение. А как мы вчера мы были, как назывался тот? Хиерополис. Вот для меня, по сравнению с Хиерополисом, вот этот весь парк, он в 2 или в 3 раза хуже, чем тот. Я был тот с удовольствием сходил, а в этот уже после того такой, все поломано, как бы очень сильно надо воображать, как оно тут все было. И кроме того, он, в отличие от многих древнегреческих городов, не на холме, а наоборот, под горами, поэтому видов никаких. Я ваш, Саня. Ты ваш? Я ваш. Ваш. Так, куда мы едем? Мы... Ну, в общем, хорошо, что приехали. Не зря, да, приехали, посмотрели, увидели. По крайней мере, как вот лететь бы специально посмотреть его, ну, не хотелось бы. А вот Хиерополис лететь бы специально все равно стоит. А будучи здесь, то есть стоит посмотреть и то, и другое. Ну, если не если пропустите Эфесус, да, ничего страшного. Направо. Угу. Мариас. А сейчас мы куда едем? В домик Марии, там, где она родилась, чуть-чуть пожила и потом отсюда уехала. Та самая Мария с непорочным, как она говорит, зачатием. Час по серпантину, и вот наконец-то вон наверху мы увидели домик Марии, сейчас мы к нему подъедем, вот он. Ехать House of Virgin Mary, Мари, но он должен заплатить 15 лир, а если он не хочет, то все равно должен, так бы дорога упирается в шлагбаум. Сейчас нас полиция, короче, он уже включил, короче, свои мигалки. Что он включил мигалки? Тут не развернуться ничего. Давай скажем, что мы развернемся и выйдем. Поехали, чё он? Успокойся. Проезжай. Сейчас повыбегают насчет маски проверять. Да. Ну вот, мы уже 4-е, 5-е в очереди. А чё, ты не хочешь туда заехать? Зачем туда? Туда можно? Ну, еще один вышел. У них, короче, тут... Объясни ему, что мы не будем платить, мы не знаем, что, что там происходит. Даша, объясни. Мерабала. Мераба. Мераба. Чекиш, где ты меня пишешь? Чекиш. Чекиш. А он чекиш, он дает, он дает, он дает, он дает, он дает. Ну, я же сказал. Конечно. Я же так и сказал. Цивилизованная страна, вы устроили тут. Мне надо слушать всегда. Так мы тебя высадим, то получается, подождем там? Меня? Наташ? Да. Ну, или... Тут, короче, полицейский на полицейском. Ой. И полицейского погоняет. У этого... Вот здесь домика, или дальше? Так сказать, девственницы Марии. Что он сказал? Он говорит, музейная карта тут типа не катит, а вход 45 лир. Ха. А хоть интересно, или там типа маленький домик и все, не смысла? Ну, не знаю, но я не пойду за вам. Я думаю, что карта... Минутка богохульствия. Тогда поехали. Сидят вот тут недалеко. Сидят, короче, 2 турка. Мария и муж ее, Иосиф Кобзон. И, короче, я шутку рассказываю. И Иосиф
возбужденный такой, они там что-то нюхали шишки, он возбужденный говорит: Мария, Мария, а прикинь, давай, короче, всем скажем, что наш сын тот Иешуа, что он сын Бога. Надо поднять статус семьи. Ну, на шишках тоже сидят, как бы. Любой. Мария так посмотрела на Иосифа Кобзона и говорит: Иосиф Кобзон, ну, ты себя видел? Какой сын Бога? А он говорит, как бы не унывает, говорит: хорошо, хорошо, Мария, хорошо, я услышал тебя, говорит, хорошо. А как насчет, давай сделаем так, давай скажем всем, что приходил ангел. Ну и как там дальше? Поставь точку примерно тут, там сейчас. Короче, все, чтобы посмотрели мы домик Марии, посмотрели мы Эфесос. Теперь мы покидаем, к сожалению, Эгейское море. Вот оно, помашите Эгейскому морю рукой, вот оно слева. Еще никто не машет. Я помахала. Мы так улыбаемся. А, ты просто улыбаешься? Ну, мы помахали. Я подеру, держу просто. А, да, не надо махать, это сейчас начнется вот это. Эти турецкие места, храмы, реликвии, работают по карточке для турков. Мария, получается, вообще не входит в этот смысл, потому что ей, видишь, как бы отдельно надо платить. А я, кстати, расстроилась. Я думаю, может, я не поняла, но нет, я, наверное, поняла все правильно, потому что он сказал только накид, только наличка. То наличная есть... только? Да. А ну, то есть не платит. Ни по какой карте, короче, ничего не прокатит. И я обиделась. А ты показала бы, наверное, свою, может, действительно? Да не, накид, это же понятно. А. То есть не обычная, не банковская карта, не карта музея. Слушай, они тут отдельная мафия, они отдельно собирают деньги. Видишь, ни карты, ни банки, ничего им не надо. А вот спереди давайте. Раскинулась, как на ладони, долина, в которой мы ночевали вот там вот на пляже сегодня. Супер и красиво. До этого. Там живет собака Белок Snow White со своими друзьями. И она нас рада была видеть, вчера мы ее покормили. Полет вот ночевать с таким видом. Вот тут могли а вот ночевать. Смотри, там красиво впереди еще целый город. А впереди город Сельчук. Ну, такая. Между короче, домами. Сейчас мы едем, как я уже сказал, вниз. А, ну, сейчас поедем купим еды себе. Ну, чем этот пафос? Что-то солодненько что-то. После прощерной экскурсии у нас сейчас перекус, обед. Сытный обед, очень вкусный. После которого мы выезжаем уже от Эгейского моря, отдаляемся и едем к Мраморному. Ты так лимоном брызгаешь немножко. К Мраморному морю, то есть уже на Эгейское в этой экскурсии не вернемся. Будем посещать Мраморное. Сегодня ночуем, если нам повезет, мы ночуем на Мраморном море. Завтра утром выезжаем на Черное. Ну, задача у нас какая? Задача приехать, скажи, задача приехать до темна. Ну, как бы до темна мы не приедем, мы приедем уже к темноте и будем искать примерно при закате солнца место стоянки. Тут из окна открывается очень красиво видно крепость, на большую крепость. Ну, тут как бы не сильно видно, не открывает видно. Магазинчик, ну да, но она там есть. Мы приезжали, когда приезжали к городу, увидели масштабы ее хорошие. Такие. Объем. Объем, масштабы вообще. Побольше, чем Каменце Подольске или Хатынь. Побольше. А вот что, не знаю. Потому что мы так меряем все крепости. Так, историю, мы просто не были больше. И тут на картинках только видели. А, сейчас у нас есть тайный план, когда подойдет... Тайный план. Когда подойдет человек, ну, местный, узнать у него историю города, ну, вкратце, в двух словах, да. И потом, чтобы... Уже тщательнее рассказал про крепость все-таки. Что это за крепость, конкретно. Откуда она здесь взялась, да, mm-hmm. Сколько ей лет. Отчитался. Кто там хорошо. Живет, да, была ли там Мария, и надо. Ну и стоит ли нам туда идти. Ну а пока мы ждем, это гражданина города Сельчук, Саня нам расскажет в двух словах историю своего города и откуда там крепость. Тамам. Итак, у нас история... Киев возникла гораздо раньше, чем Сия Руси. Сам Киев. Оттуда все началось, да. Четыре человека, три брата и сестра приплыли в красивое место, да? Высадились, построили себе там уголок. Оттуда начал разрастаться город, так как люди присоединялись к ним, потому что у них была какая-то возможность жизни, сила. Кабельное телевидение. Да. С антенны Спутникова ездили на Лыбии.
И, в принципе, разросся Киев, перекинулся на левую сторону, ну, там Троещина, Троя, Харьковси. И вот, как бы, история вкратце. Так, а крепость? Теперь конкретно про крепость. Конкретно про крепость. Хатын. Я про Киев, моего города. Хай будет Хатын. Хатын. Твоего города. Ну ладно, расскажи. Мой город Хатын, да, крепость там. Там, получается, она находится вдоль реки, прямо на реке, на склоне. Там... Тебя видно в камеру? Тоже мне не видно ничего. Да, да. Там сейчас снимаются фильмы интересные, очень часто, когда приезжают какие-то... То про мушкетеров. То еще какая-то ерунда снимается, да. Постоянно какие-то стрельбы проходят. Может, и не фильмы были, ну, мы думаем, фильмы. А тут открывается очень красивый вид тоже на устье реки, которая уходит. Какой реки? Я не помню название, кстати, как там. Ладно, вырежем. Продолжай. Забыли? Забыли. Находится Хатын недалеко от Каменца-Подольска. Там, в принципе, расстояние около 20-25 километров. Первый раз Хатын я посетил на велосипеде. Хатын, кстати, звучит по-турецки, да, Наташа? Да. Хатын. Как Ханым. Возможно, зачесались. Хатын, Наташа Ханым. Натали Ханым. Оле билет. Эвет, турус улиёшку. Эвет. Эвет. Эвет, тама. То есть крепость в Каменце-Подольске, если кто не посещал никогда, если не остановить. Стоит побывать разок. Место интересное. Как тебе баклава? Огонь. Она прекрасна. А мы просто вот здесь она очень вкусная. В Киеве у нас вообще дома у нас не такая. Это она с... Дживис. Это дживис, это грецкие орехи, то есть это не фисташки, потому греческие. Что вот очень вкусная фисташковая пахлава, а это обычная, причем вот мы взяли два вида, и та все-таки одинаковая, они просто по-разному сделаны. Mm-hmm. Очень вкусно. То есть одна длинненькая, а другая квадратненькая. Да. Вот такую легче, квадратненькую эксперт, делать. Эксперт по баклаве. Не послушай мнение эксперта. Вот сейчас я съел длинненькую. Вот квадратненькая? Да, сейчас попробую квадратненькую. Я точно смогу сказать. Вот эта квадратненькая вот легче эту. Делается дома, но они по вкусу, скорее всего, она одинаковые. Прилипла. О. Вот, сейчас беру квадратненькую. Чуть-чуть. И, кстати, по вкусу. Ну, если бы я ел закрытыми глазами, я не отличил бы. Только по форме. Если бы ты ел баклаву закрытыми глазами, у тебя бы вся рожа была в меду в этом. Не, я же как не делаю свои движения. Так, ну все, мне кажется, Артему тоже пора попробовать. Так что... Все, хватит этой дискуссии. Пора заканчивать. Давайте есть. Нажмите на паузу, там мне не видно там. На паузу или на стоп? Скорее, скорее. Ну ладно. Тут может чисто. Тебе не мешает? Я нормально. Смотри через экран. Я вообще туда не смотрю. Немного хочется сказать, что немного грустненько уезжать с моря. Но радует только одно. Что мы едем на море. Мы решили перехитрить дождь и помыть машину во время дождя. Красавица Урса вдалеке. Урса, между прочим, это этот город когда-то был столицей Турции до некоторого времени, а потом перенесли в Анкару. Пожалуйста. Чтоб ты знал. Дорогие глядачи. Но мы... Что? Саша, мы что? Мы не доезжаем в Бурсу. Сегодня. Почему? Мы едем к
морю. Купаться? Ну, мы уже купаемся. Хорошо, что машину помыли, да? Да, мы просто едем к морю. Ну ладно, не будем тебя. Мы сейчас заехали уже на 3 заправки. Заправились один раз, но ни разу не нашли Wi-Fi. То есть его не дают нам? У них есть Wi-Fi, но пароль они нам не говорят. Ну, такая традиция интересная на заправках. Так что какой план? План заехать в маленький городок на побережье моря. Найти жилье, остаться на ночь. Ограничение скорости 82 км в час. Именно 82 для машин. Нормально? Смотри, 82. Ну, нормально. Как раз это смогу ехать 90 по спидометру. Как раз. Я бы не буду нарушать. Оригинальное ограничение. А что это у них нули закончились? На знаки. Смотри. Буса 215 или 2 миллиона 150 тысяч. Не заметили? Можешь остановиться, сдать назад чуть-чуть? Сейчас. А то нечего даже сказать про город. Мы же перестали искать Wi-Fi. Ну, мы же приедем. Вот тут торговый центр Урса Нилюфер. Там есть Wi-Fi. Наверняка. 100%. But no. Ну ладно, найдем в городе под названием Мудания. Или Мудания. У нас теперь новый план. Классно? Какой? Рассказывай, какой у нас новый план. Едем спать в оливковые сады. Палатки? Конечно. У нас старый как бы план. Новый, хорошо забытый старый план. Дождь закончился. Но все еще мокрое, все. А мы уже почти на море. Так трудно, конечно, в это поверить. Но есть вероятность, что мы найдем очень спокойное, хорошее место. Да. Сейчас. Не, ну мы не знаем. Повсюду оливковые сады и серпантины. Судя по карте, спереди очень близко море. Поэтому мы на газу сейчас в море приедем. Там какую-то красивую смотровую отделенную от дороги. Нет, смотровой тут не будет. Тут сосновый лес. Тише, тише, спокойно. Да, сосновый лес, не надо так реагировать. Поехали на море. Ну, смотри, съезд сосновый лес. Поехали на море, посмотрим сначала. Если что, мы будем знать, что тут сосновый лес. Ну, там же. Там только вид на диких кабанів и все. Мы нашли шикарный кемпинг. Во всяком случае, он выглядит шикарно ночью. И слышно, что рядом есть море. Сейчас попытаемся все тут разузнать, изучить их повадки. Так сказать. Мы ставим палатки под оливковыми деревьями, с которых падает виноград. Смотрите, вот это вот, это что, не, это оливки. Вот они. Вот. Вот. Тим. Да. Ну вот, оливки сюда маленькие. Откуда ж тут взяться винограду? С этим налобным фонарем, конечно, абсолютно другой уровень жизни. Все видно ночью. Вот это если бы он еще снимал видео, чтобы не надо было в руках держать телефон. Вот это если бы были такие камеры, которые можно было так одеть. Просто на голову фонарь и снимать. А вот это, дорогие глядачи, вам бы, конечно, экшена я бы наснимал. Так, одной рукой. Вот мы заказали Саню. Не можем понять, где включать. А в инструкции ты смотрела? Где-то ж вот лампочка горит, значит работает. Он работает, мне кажется, что тут еще... Для адаптации нужно где-то секунд 10, и он сейчас заработает. Может ногой его пнуть? Вот и набент. And good night.